В администрации Каспийска прошла 12-я сессия собрания депутатов городского округа город Каспийск 7-го созыва. Участие в заседании приняли 20 депутатов городского собрания, руководители структурных подразделений администрации, а также представители общественности. Открыл и вел заседание сессии председатель собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов, который начал свое выступление с поздравления депутата Заура Расулова с избранием в Народное собрание Республики Дагестан. Далее депутаты перешли к рассмотрению 17 актуальных вопросов, вынесенных на повестку дня. Среди них такие, как внесение изменений в бюджет городского округа, муниципальный лесной контроль, контроль в области торговой деятельности на территории города и другие. Также на рассмотрение был вынесен вопрос об изменении в структуре администрации города. Что касается этого вопроса, против утверждения должности первого заместителя главы города выступил депутат городского собрания Шамиль Багамаев. По этому вопросу некоторые депутаты решили воздержаться, остальные проголосовали «за». Далее обсуждали вопрос об утверждении положения о муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории города Каспийска. С докладом выступил начальник отдела муниципальных закупок администрации города Эльмира Амарова. Дело в том, что в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли 44 ОД, на органы местного самоуправления возложены полномочия утверждения порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов. Получается, наши полномочия муниципального торгового контроля заключаются в том, чтобы хозяева этих нестационарных торговых объектов не нарушали схему размещения торговых объектов. Стоит отметить, что депутатами был вынесен на обсуждение вопрос об установлении пандусов вдоль тротуара по улице Орджоникидзе. Магомед Загир Исаев от лица депутатского корпуса выступил с предложением к начальнику ЖКХ города Мураду Нухкадиеву произвести реконструкцию тротуара за муниципальные средства. Нухкадиев поддержал такое предложение и пообещал в ближайшее время рассмотреть и проработать данную тему. Также депутаты обсудили еще один немалозначимый вопрос. Тема касалась изменений в положении о размере оплаты труда муниципальных служащих. Все депутаты выступили за принятие данных изменений. В завершении сессии с предложением об увековечивании памяти руководителя Каспийска в 50-е годы Магомеда Халилова выступила инициативная творческая группа в лице старожилов города Каспийска. Разрешите от имени инициативной группы творческого состава по увековечиванию памяти Магомеда Халилова выразить вам признательность по поводу получения возможности рассмотреть наши идеи на сессии городского собрания депутатов. Помимо этого, Абдулвахид Джаватов при необходимости пообещал оказать посильную материальную помощь со стороны депутатского корпуса в воплощении данной идеи в жизнь.